Приветствую, уважаемые участники международного конкурса Golden Time Talent. Меня зовут Ольга Образцова. Я судья этого проекта, певица, профессиональная модель, которая построила свою карьеру в Соединенных Штатах Америки, а также автор и исполнитель своих песен. И время подошло подводить итоги 61-го сезона Golden Time Talent. Итак, напомню, что самая высшая оценка – 10 баллов. Поехали. Михаил Анонов, Грузия, Тбилиси. 10 баллов я вам ставлю за ваше поэтическое выступление, которое было бесподобным. И тот музыкальный черно-белый видеоряд, который вы использовали, мне также очень сильно понравился. Натали Сафарян, Армения, Ереван. Натали участвовала в двух категориях – современная хореография и поп-вокал. В обоих категориях я вам ставлю 10 баллов. Мишель Анно, Израиль, Тель-Авив, кавер. Этот кавер прозвучал в правильном настроении, репертуар подобран хорошо, и в целом вы смотрелись песни очень гармонично, поэтому ставлю 10 баллов. Асель Аразалина, Казахстан, Астана, академический вокал. Ваш голос как у соловушки. Я надеюсь, что вы будете продолжать развивать себя и до встречи на больших творческих площадках. Снежана Гаврилюк, Украина, Черновцы. Академический вокал. Снежана, видно, что вы давно занимаетесь музыкой. И вы победительница и участница многих конкурсов и фестивалей. Но теперь, после этого проекта, я надеюсь, у вас будет старт для чего-то большего. И начинайте уже развивать себя в социальных сетях, показывайте онлайн, как вы поете. Пусть это будет для вас Golden Time Talent как большим стартапом вверх. Далее мы идем. Кира Абрамов, Израиль, Ашкелон. Кира участвовала в двух номинациях – поп-вокал и джаз-вокал. В обоих номинациях я ставлю 10 баллов. Кире всего лишь 7 лет, но голос у нее звучит очень хорошо и твердо. На сцене она держится уверенно. Всем бы так. Вот такие наши победители. А теперь хочу назвать несколько участников, кому поставлены 8 или 9 баллов по причине неправильно подобранного репертуара или неправильно подобранной номинации, или же недостаточно проработанные песни. Но, тем не менее, вы мне очень понравились, и я бы хотела вас увидеть через несколько сезонов. Главное, хорошо вам подготовиться. Итак, эти участники. Ольга Балатаева из Польши, Варшава, кавер. Ольга, ну вы очень харизматичная девушка. Я думаю, из 61-го сезона вы самая яркая участница. Я вижу, что вы занимаетесь вокалом около 2 лет. Нужно найти хорошего педагога, кто вам поправит голос. Некоторые моменты вы очень давите на нижние звуки, а высокие звуки прокрикиваете, а не поете. Если вы немного больше поработаете над своим голосом, все будет замечательно. Наталья Чулина, Казахстан, Алматы, джаз-вокал. Наталья, обе песни не конкурсные. И ваш голос, он не джазовый, а попсовый. Нужно правильно подбирать номинацию, правильно подбирать репертуар. Но, как я вижу, вы тоже занимаетесь около 2 лет. Это еще рано. Работайте над репертуаром. Вы очень музыкальная и хорошо, очень хорошо чувствуете музыку. Но нужно еще работать. Дальше. Татьяна Таранишина. Великобритания, Лондон, поп-вокал. Татьяна, ваш голос очень красивый, но вы выбрали совсем не ту песню. Вы перевели
американскую песню «Аллилуйя» по-украински, но текст не успевает за музыкой, и создается такое впечатление, что вы просто опаздываете. Вы представили только одну песню, и у меня не было возможности послушать ваши другие исполнения. Пожалуйста, попробуйте участвовать через несколько сезонов. Главное, хорошо подготовьтесь. Мария Панченко, Казахстан, Алматы, поп-вокал. Мария, выбирайте песни под ваш голос. Та песня, которую вы поете «Адажио», очень хорошо чувствуется, как вы боитесь высоких звуков и как вы тревожно все это поете. Поэтому я не могла поставить здесь 10 баллов. Но вы тоже музыкальная и хорошо чувствуете звучание песен, хорошо передаете смысл. Надо работать еще. Песни подобраны совсем неправильно. И последняя участница, которая мне понравилась, в принципе. Ее зовут Диюндра из США, Скоттсдейл, поп-вокал. Диюндра, у вас интересный клип. Он очень хорошо вписывается в американскую аудиторию. Но я бы хотела услышать ваш голос без обработок, без фонограммы, так как вы представили себя в номинации поп-вокал, а не клип, именно поп-вокал. Поэтому я хочу услышать ваш реальный голос, как вы поете. Вот, в принципе, и все участники, о которых я хотела сегодня поговорить в 61-м сезоне. Тем, кому поставила 10 баллов, молодцы, ребята! Я надеюсь, что эта победа будет только первым шагом к вашему будущему взлету. Работайте. Тем участникам, кому поставила 8-9 баллов, кому-то даже 7, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Давайте встретимся через несколько сезонов. Попробуйте работать над собой, продумайте, какой материал вы представите, продумайте ваш образ, все мельчайшие детали. Не присылайте, лишь бы просто прислать какую-то песню. И когда вы поработаете над звучанием песни, над тем, как будете исполнять, в чем, какой видеоряд и так далее, это обязательно отразится и на результатах оценивания вашей работы. Вот, в принципе, все, что я хотела сказать на данный момент. Я желаю каждому из участников продвижения. Не останавливайтесь на достигнутом. Не задирайте нос, но и не обесценивайте свой талант. Ну и встретимся на просторах музыки и проекта Golden Time Talent. С вами была судья этого конкурса Ольга Образцова. Я вас всех люблю, уважаю и до новых встреч!